Подяка медикам. Телерадиокомпания «Витебск» долучается до марафона добрых слов у адрес медицинских работников. И запрошаю у всех, кто ожидает подяковать своему доктору, выказаться. 21 червня медработники Беларуси означают профессиональное свято. У этой день телеканал «Беларусь-4 Витебск» просвещает у весь свой эфир тем, кому мы доверяем самое дорогое – здоровье и жизнь. Сдымите свою видео по штуку со словами удячности персоналу больницы и поликлиники и яны обовязково убачить ее на «Беларусь-4 Витебск». 21 июня весь день на телеканале «Беларусь-4» мы посвящаем медицинским работникам. Будет праздничная программа передач. Все передачи, которые выйдут в эфир, будут посвящены медицине так или иначе. И вот один из челленджей, наверное, с которым мы обращаемся к нашим телезрителям. Взять нужно камеру мобильного телефона, снять короткое видео с благодарностью. Оно может быть личным, а может быть адресовано персоналу больницы. И потом нужно выложить это в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте и отметить обязательно Беларусь 4. И в День медицинского работника мы покажем эти благодарности. Коли ваш доктор, медицинская сестра и молодший медперсонал чулые и уважливые, не шкодуйте добрых слов. Запишите короткое видео с подяками и меньшеваниями. разместите у открытом доступе у социальных сетках с пометкой «Собака Беларусь-4 И глядите эфир 21 червня.